22 по 25 мая в Челябинске прошла областная летняя спартакиада детей-инвалидов 2022 года. Команду спортсменов из Верхнеуральского района представляли Арапова Екатерина, Иванова Ольга, Атаева Карина, Готфрид Георгий, Готфрид Владислав. В программу соревнований входили следующие дисциплины: легкая атлетика, метание мяча, прыжок в длину, теннис и плавание. Среди 8 команд из городских округов и муниципальных районов Челябинской области по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата команда Верхнеуральского района заняла 3-е командное место.